Стабильная минусовая температура, наледь и первые осадки. Готовы ли ульяновские коммунальщики к зиме? С этим вопросом к руководителям основных управляющих компаний обратился глава города Сергей Панчин. Всего в городе зарегистрировано 68 управляющих компаний. Кроме них, большое количество ЖСК. Основная масса организаций готова к работе в зимних условиях. Однако некоторые компании обслуживают несколько домов, а соответственно не имеют таких важных ресурсов, как снегоуборочная техника. Многие экономят на дворниках. Чтобы подобные проблемы не мешали горожанам, в мэрии попросили полный отчет о состоянии материально-технической базы всех организаций. И когда человек выходит, проживая вот в этих вот домах, выходит, он ведь, ему совершенно без разницы, кто, как и каким образом убирает. Но когда выходит, двор не чищен, и подходы во дворе тоже не расчищены, сразу идут претензии, конечно же, к исполнительной власти. Поэтому вот мы этого не должны допустить. Принято усилить контроль за исполнением заявок граждан, поступающих в контакт-центр при главе города. В частности, возникают вопросы к благоустройству придомовых территорий. А чтобы выполнять все взятые на себя обязательства, управляющие компании должны активнее работать со злостными неплательщиками. По мнению городского комитета ЖКХ, именно из-за них заработанные денежные средства невозможно направить на решение вопросов городского хозяйства. Несмотря на это, в целом наблюдается положительная динамика сбора платежей за услуги ЖКХ. По информации регионального информационного центра, за два месяца общая задолженность граждан снизилась на 200 миллионов рублей.